Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! Братья и сестры, всех приветствую именем Господним. Сейчас начинается семинар, и вот перед семинаром такое короткое слово, видеообращение. Семинар посвящен будет Пуриму, собственно, ну, предпуримный семинар. И, конечно, для многих православных христиан это как-то чудно порой, знаете ли, праздновать, вспоминать вообще о таком празднике. Но на самом деле здесь, как бы, да, чудесно это, но в таком смысле чудно, что чудесно, да. Но на самом деле это вполне естественно, потому что и логично, потому что Пурим – это праздник, который описан в Библии. И даже целая книга Библии посвящена именно как раз, собственно, истории возникновения этого праздника. Ну и не только поэтому, потому что, наверное, даже в большую степень, потому что наш Бог есть Бог Пурима. Вот, и на этом семинаре, да, как раз тоже то, что будет звучать, я думаю, это будет к нашему общему такому назиданию и благословению. Благословение всем вам, шалом. Вот уже кое-кто пришел, народ уже пришел. Да. Можете поприветствовать, шалом. Шалом. Вот так вот. Так что благословение всем вам во имя Господа Иисуса Христа. Бешем Иешуа. Аминь.